Добрый день, друзья. У нас сегодня миссия купать царя. В прямом и переносном смысле. Львенок-царь сейчас будет купаться. У него скоро прививка. Теленочек. Да. Так что надо помогать? Сейчас мы сделаем водичку. Тихо. Не пугайся. Труба чист. Уши, лапы, хвост. Ой, ты красивый будешь, пахучка. Еще. Так. Лапки. Живот. Массаж головы, массаж головы. Ой, какой кайф. Боже, в четыре руки. Когда бы тебя еще так это мылили, а? А еще в четыре любящие руки. Подрастешь уже все. Ой, какой красавчик. Это от чего же, скажи? Ну, разве что только причесон можем сделать. И полить сошла. Ну, он очень хорошо себя ведет. Ну, он же ручной, он же добряк, он же... Он к воде хорошо относится. Ивановна его... Видишь, как откормила? Хорошо моется шампунь. Сынка шерсть такая. Доктор кстати, молоко посоветовал. Сейчас, мам. Так, минут 5 его надо мыть, чтобы немножко до действия пошло. Да. Ах, такие это хорошие. Мальчишечки. И чистится, и от бог. Давай сюда морду. Морда. Может, морда. Что это? Тазик посадить. Не надо, все хорошо. Он отлично у нас сидит. Самый отличный тазик в виде ванны. Нос помой. Ой, какой носик красивый. Скажите, не какие усики. Спаса он для маленького царя. Да. Как где ваши там ногти? Массаж. Маникюр. Маникюр, педикюр. Массаж пальчиков очень расслабляет. Да, глянь, он уже кайфует. Девчонки, четыре руки. Какая прелесть. Какой. Да, скажи, вот такие моменты помогают переносить все плохие моменты. Ну, ты мой сладкий сахарочек. Ты мой вкусненький дружочек. Ну, даже не мягкий. Ну, зачем? Отлично сидит. Ну, тут... Я когда Лющу купаю... Массаж от юриста, это... Это да. Не просто массаж от юриста. Массаж от юриста с красным дипломом. Это да. Дипломированный. Мне кажется, нужно на все согласен. Он, ну, да. Ладно, в принципе, не все так плохо. Скользкий, ты все равно же не выберешься. Сиди. Так, красота такая. Такие лапочки. Лапочки. У меня лапочки. Люся бы уже на голове бы была. И я бы уже была вся мокрая. Ну, так хвостик. Такой хвостик. Такая прелесть, скажи. Ой, такие ощущения. Скажи, не каждый такое может ощутить. Не каждый лев. Царь. Очень приятно, царь. Царь, очень да, приятно, да, царь. Так самое главное, что он понял, что он царь. Конечно. Я говорю, царевич, он быстро кушать. Бежит. Ай, какое счастье. Пляшечки, завитушечки. Там есть... Идем, куда идем, мы с пятачком. Скажи, мы уже гулять. Секрет?
И не расскажем мы о нем. О нет, и нет, и нет. Все, поливаем? Нет, нет, нет. Просто снимаем. Мы еще посидим, подумаем. Может, нам мысли умные придут какие. Так смотрит на Ирину. Глаза в глаза. Как я вам, говорит, благодарен, товарищ юрист. Товарищ юрист с красным дипломом, вы уже получили удовольствие. Ой, мы еще его получаем. Нет, вот он так смотрит на тебя, как будто. Катюня такой. Катюня. Ай, умница. Я уже хочу куда-то ехать. Такой хороший мальчик. И золотой зайчик. Такие лапочки. Лапушки, лапушки. Лапушки, лапушки. Такие усики. Усики. Усики, глазки. А головки такие. Ты посмотри, какой ты красавец. Ты самый лучший, ты самый красивый. Ирина, будьте любезны, вторую да. лапку. Я знаю, я не внимание. Вы слышали, что обо мне сказала Оксана Олеговна? Что я самый Смотрите, красивый. Смотрите, какой морган ей Да, да. Как мне хорошо. Да, тебе нравится. Как мне шикарно, скажи. Шикарно. Мне очень хорошо. Я получаю удовольствие. Не валюту. Смотрит он прям как на камеру, да? Скажет, ой, хороший такой. Ой, ты мой золотой. За какую я буду благодарна. Ой, как глазки прикрывает. Просто все, молимся. Он сел на попу, сел и две лапы. Сейчас мы хорошие, сейчас мы золотые. Сейчас, иди, все, сейчас. Пустовод-то. Настроим водичку. Сидит, сидит. Подайте на питание, да, такой хорошенький. Попробуй, не дай. Хороший такой. Как кот из мультика, да, помните, который да. глазками так смотрел? Из Шрека, да? Таите, таите. Говорит, да. Ой, купание львиного царя. Уши прижали. Угу. Я поняла, поняла. Подожди. Лира. Ничего страшного. О. Глаза прикрывают. Улыбнись, он улыбается. Такая мучка. Благодарная улыбается. Ой, спасибо, дорогой. Молодец. Вытерся. Вытерся, молодец. Ой, никакой лев так спокойно себя не вел. Да. Такой хороший лев. Сидеть, Зорька. Вот так и вырастают чуки и все остальные ласковые львы. Да? Сколько любви получат в детстве, столько потом и отдают. У кого живот такой толстый? Я не могу. Ой, это хорошо, скажи. Какая хорошая водичка. Скажи, девочки, вы... Сколько любящих людей. Скоро еще придете. Как скажете? Скажи... Скажи, вы когда еще придете? Скажи, у меня каждый день будет такой массаж. Мне кажется, он уже не сопротивляется. Вообще не сопротивляется. Он сейчас спать ляжет, наверное. Да, у нас сейчас этот у него. Это уже эмоциональная усталость, такое напряжение. Скажи, точно. Лечебный сон. Точно, скажи, царь я, царь. Как в собачьем сердце, помните? Не без водолаза. Так и тут, царь. Тихо, тихо, ходи, ходи. Ой, живот какой толстый. Ага, а у нас такая большая есть. Царевич, ты готов к вынырянию? Скажи, всегда готов? Да?
скажи, четыре женщины рядом. Где еще такое внимание? Не говори. Тебе белое полотенце. Давайте уже скорее. Он же белый ребенок. Ой, тихо, ну, тихо. О, заквакал. Да, самое лучшее. Выжимают хвост. Держи. Сзади. Нет, не так. Вот так. Вот. Вот такое купание. Пойду тебе сушить.